Заработная плата ноябрьских педагогов по-прежнему превышает среднюю по округу. На заседании постоянных депутатских комиссий в администрации города начальник департамента образования Надежда Гудкова напомнила, что в 2012 году базовые оклады педагогов были проиндексированы на 46%. И озвучила цифры по итогам первого квартала текущего года. Так, средняя зарплата ноябрьского учителя превысила 67 тысяч рублей. Педагоги в школах получают свыше 64. Задача еще президентом поставлена – это довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных учреждений до средней заработной платы по общему образованию. На сегодняшний день она составляет 50 324 рубля, что соответствует тоже тем задачам, которые определены указом президента Российской Федерации.